На связи Екатерина Вайс, создатель и автор проекта Astra PR. Сайт проекта astra-pr.ru. Тема сегодняшнего аудиоподкаста называется «Без рекламы никуда». Без вложения денег в рекламу продвижение астрологического бизнеса может затянуться на долгие-долгие годы. При этом может так получиться, что без рекламы ваш бизнес может остаться никому неизвестным даже при упорной работе над созданием контента. Увы, хочется, конечно, без рекламы, бесплатно и быстро. Но если честно, такое сочетание происходит очень редко. И если происходит, то чисто случайно. Тогда, когда кто-то вас заметил и бесплатно решил рассказать о вас другим. То есть вы настолько хороши собой и везучи, что фортуна приняла решение широко улыбнуться именно вам. Однако, рассчитывать на случай – это пустая трата времени. Такое бывает слишком уж редко, чтобы полагаться на случай. А вот активная и упорная работа на протяжении длительного времени – это гарантия успеха. Всегда. Создание качественного контента и одновременно с этим проведение грамотной рекламной кампании позволит вам достичь желаемых результатов. Не быстро, но в достаточно короткий срок. То есть без рекламы все будет гораздо медленнее. Реклама ускоряет процесс продвижения. Контент, заметный для большого количества людей, намного быстрее продвигается благодаря этим людям. Без рекламы контент не заметен для людей. Это может быть прекрасный контент, но если их никто не видит, то это примерно то же самое, что писать в стол. Понимаете, о чем я? При достижении желаемых результатов не нужно забывать, что надо и дальше продолжать работать над продвижением, чтобы не потерять уже достигнутое. В моменты быстрого роста и успеха легко забыться. Многие люди начинают пользоваться плодами своей работы и перестают дальше работать, надеясь на то, что и дальше будет все так же прекрасно и без дополнительных усилий. Но это не так. Я видела достаточно много примеров, когда владелец бизнеса перестает прикладывать усилия и постепенно бизнес угасает. Надо исходить из своих возможностей по обслуживанию количества клиентов и не генерировать больше заявок, чем есть возможность их обработать. Выстраивать длинную очередь ожидания – это означает напрасная трата денег на лидогенерацию. По этой причине нужно создавать такой поток клиентов, который можешь обслужить. Поток напрямую зависит от рекламного бюджета. Чем выше рекламный бюджет, тем больше поток заявок, то есть лидов. Не всегда, конечно, такая взаимосвязь работает. Это работает только при качественной рекламной кампании. Халатно настроенная рекламная кампания способна лишь на быстрый отъем денег без получения желаемого результата. Но опять же, работа по продвижению должна быть комплексной. Только так можно достичь поставленных целей. Контент без рекламы – пустая трата времени. Реклама без контента – пустая трата денег. Вы сами делаете свой выбор. Подписывайтесь на телеграм-канал Astra PR и заходите на сайт astrapr.ru. Там есть достаточно много статей и много полезной информации для тех астрологов, которые хотят активно продвигаться.